Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и ее дочка Екатерина Шишкина. И, конечно же, Катюшка сделала заказ одежды. Во-первых, это джинсовый жилет с нашивками эмоджи. У него идет 087W2203. Вот такая вот прикольная вещичка. Катюш, зачитай там у себя состав этой вещички, потому что мы уже поносили, бирочку выкинули нечаянно. Так, 87% хлопок, 10 вискоза, 3 полиэстера. Ага, отлично. Вот у нас, значит, есть нагрудные карманы. Катюш, карманы обманы? Нет. А на груди карманы? На груди тоже нет. Да, то есть такие вот пуговки идут. Пуговки расстегиваются. Ага, подойди поближе, давай посмотрим. Такие вот нашивочки у нас симпатичные. Да, а изнутри как оно смотрится, эти нашивочки. Ага, великолепно. Ну давай, Катюш. Значит, в принципе, нам оно понравилось. Когда мы его застегиваем, оно нормально, классно смотрится. А шорты нам тоже понравились, очень даже. Они нормальной, приемлемой для меня длины. А везде входило в каждой одежде вот по такой вот пуговке, логотипчик Фаберлик. И, конечно же, логотип эмоджи, потому что это разработано совместно с эмоджи. Вот. Это шорты из джинсовой ткани для женщины, а цвет светло-голубой. А что верх, что шорты у нас с вами идут в 44-м размере. Состав 87% хлопок, 10% вискоза, 3% полиэстер. Стоят эти вещи, я бы не сказала, что дешево, но с нашей 20% скидочкой вполне классно, да, то есть мы заказываем 44 1399, минус 20%, в принципе, нормально. Вот, потому что джинсы хорошо смотрятся. Джинсовый жилет, вот, да, 44 размер, 1799, да, то есть тут идет 54 сантиметра плюс-минус 1 сантиметр, в принципе, великолепно. Катерина носит, Катерина довольна, очень обрадовалась, что ей это пришло. Да, это здорово, это классно. И еще бы мне вам хотелось показать вот такие вот, такой вот ассортимент широкой обуви. Вот эти вот босоножечки на возврат, они великолепные, но они мне давят ноге. Я заказала босоножки 38 размера. И у нас так получилось, что почему-то мне давит вот именно вот эта вот часть. Вот эта вот часть. И очень болит пальчик. У меня померила эти свекровь, да, эти босоножечки. Вы знаете, так получилось, что ей ничего не давит, но она сказала, что слишком высокий каблук. Не смогла я их никуда пристроить, хотя на ноге они смотрятся великолепно, но их нужно именно смотреть, да, как они смотрятся на вашей ножке. Артикул у них 88252, вверх у них идет микрофибра, подкладка эко-кожа, стелька эко-кожа и подошва ТПР. Катюш, померяй прямо на носочки нам, пожалуйста, их один, пожалуйста, просто один. Вот, хотя бы показать, как оно смотрится, но смотрится оно реально классно, реально красиво. Мне понравилось. Вот, здорово. Ну, конечно, вот единственное, что 38 размер мне уже будет велик, к большому сожалению. А так получается, что 38 мне давит именно, как даже сказать, да, в косточке, в пальце. А следующую модельку, которая нам всем очень понравилась, и я ее уже не первый раз заказываю, это балетки Fiesta, размер 37, это моей дочке я заказала. А цвет белый, артикул 88-281, верх эко-кожа, подкладка эко-кожа, стелька эко-кожа, подошва ТПР. Да, в принципе, здорово. Угу. А встань боком. Смотрятся они, ну, как бы, Катерине понятно, что 37 размер велик, а на моей ножке они смотрятся, конечно, красиво и элегантно. Катюша сейчас нам померит вот такие вот балеточки. Очень они мне понравились. Это тоже заказ Екатерины. Да, как вы видите. Вот. Но для женщин эта обувь тоже подойдет. Значит, что это такое? Это у нас идут полуботинки Дерби, цвет бежевый, размер 37, артикул 88-233. Состав, вверх у них
идет эко-кожа, подкладка эко-кожи, стелька эко-кожи и подошва ТПР. Вот вы знаете, они легкие, они классные, мне понравилось их качество, ни до чего не докопаться, в очень красивых коробочках. Запах, конечно, есть у них немножко, но вы знаете, мне это не принципиально, потому что он мгновенно выветривается, этот запах, поэтому я как-то не переживаю за это. Они очень удобные, хорошенькие такие, да. Вот, и черные, они идут точно-точно такие же. Сейчас дочка оденет одну кремовую и одну черную. И мы посмотрим, как они смотрятся после белых туфелек. Да, вот такие вот белые туфельки, в принципе, очень хорошенькие. Сейчас я увеличу. Да, Катюш, будешь носить? Удобно тебе? Да, они шикарные. Да, шикарные. Ну, приятно носятся, да, просто здорово. Но они такие, вы знаете, простенькие. А пятка у тебя не спадает случайно? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ой, слушай, как будто не чуть-чуть. Наверное, тебе надо было 36 заказать, как ты думаешь? Ну, наверное. А это какой размер? Точно 37? А на подошве посмотри. 37. 37. Мне кажется, можно было тебе на размерчик и меньше заказать. Ну да, я тоже так думаю. Ага, ну-ка, задом встань. Ну такие, классические, аккуратные, приятные. Давай мерить ботиночки и посмотрим, как на тебе ботиночки будут смотреться. Черные ботиночки, полуботиночки Дерби. Они идут в размере 37, артикул 88-227. Дата, так, минуточку, вверх эко-кожа идет. И стелька эко-кожа, подкладка эко-кожа, подошва ТПР. Да, вот Катюшка их меряет, завязывает. Кать, как их одевать? Удобно? Удобно. Я смотрю, ты прямо, ой, я смотрю, ты прямо одела без всего. Да? Да. Без помощников. Ну как, нравится тебе? Да, они очень удобные. Удобные? А как, ноги тяжело? Нет. Ты сильно-то не ходи, наоборот, будь на одном месте и крутись ножками. Обе пары будем с тобой оставлять? Да. Я вот тоже, мне кажется, обе. Обе хороши. А встань, одну ножку боком поставь. Угу. Да, в принципе. Опять велики они тебе, что ли? Нет. Не велики? Нет, не велики. Ну, тогда давай, пиши свои ощущения, мне очень интересно. Как в них? В них просторно, удобно, и они не тяжелят ногу. Мне такое чувство, что подошва мягкая, комфортная. Да, внутри. Внутри, да. А сама подошва твердая, да? Сама подошва. Но не пружинит ничего, как бы, да? Нет, не пружинит. Задом. Ну, в принципе, да, симпатично, симпатично, конечно, да. И они, обратите внимание, они ножку, они вообще не утяжеляют. Такое чувство, что вот небольшая такая есть платформочка, да, но они ножку не утяжеляют. Да, не утяжеляют ножку. Ну что, Катюш, обе пары, да, с тобой оставляем? Угу. Их пока, к сожалению, нет продажи, но они появятся осенью. Ага, ну что ж, спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Буду всем рада. С вами была Коннова Анна и Шишкина Екатерина. Вот интернет-проект Фаберлик Онлайн.